мосту на автомобиле. Это уже не первая картинка, когда стадо пасется, а пастух сидит на автомобиле, наблюдает. Thank you.
меняю карту. Режим записи. Так, поменял карту памяти. Движение в сторону Ростова. В сторону Сальска.
найти поле.
поднял косу, поднял этот, чем косу, чем траву косят. Я ему махнул аварийкой, то есть он прекрасно понимает, что из вот этой косилки летят камни в автомобиле, в лобовое стекло. Ну, кроме уважения, что это может вызывать? Только уважение. Как же назвать вот это? Чем косит? Thank you.
освещение получше. Вот так вот всю дорогу, блин, перебрасывать слева направо. Чернозем такой справа вообще. Как будто ночь наступила с правой стороны.